Сегодня 19 октября. Кукуруза гибрид гризли. Середина июля. Не было осадков, дожди. Вот последние дожди. Это вот вчера, позавчера. Миллиметров 6. До этого осадков не было. Середины июля. Если в июле, конечно, дождей не было, было вообще бы все очень плохо. Посев здесь где-то начало мая. 5-10. Урожайность, ну, чуть больше 80. Влажность в пределах 20. Густота сеяли где-то 86 на данный момент, ну так, навскидку, потому что в некоторых посевах я уже замерял. 83, 84, 82, 82 тысячи, то есть вот так. Двух початков нет. Есть груза, которая, ну, так получилось, что в тот период были осадки. Не всегда удавалось держать, ну, равномерность посева. Где-то, может быть, торопились, увеличивали производительность за счет скорости. То есть есть как бы какие-то пропуски при посеве, но в целом я смотрю, что раскладка не всегда влияет на формирование того же початка. Есть прям по два, по три растений рядом, початки одинаковые, достаточно выполненные, крупные. То есть там все зависит от, больше от питания зависит. Понятно, что если бы здесь был бы посев сильнее загущен, может быть, все было бы хуже. Это не значит, что нужно здесь сеять, чтобы здесь делать так, чтобы посев был намного плотнее. Все же здесь есть междурядье, которое, наверное, это все и контролирует. Я имею в виду, между рядами есть пространство, где кукуруза и берет питание и не сильно реагирует иной раз на плотность. Если почва достаточно богатая, сильная. Вот такой вот момент.